Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале «Самара ГИС». Россияне считают, что через 3 месяца доллар будет стоить 71 рубль, через год – 74 рубля. Такие данные приводит ВЦИОМ. Эксперты, в свою очередь, говорят, что соотношение курсов валют сегодня предсказать невозможно, но все же рекомендуют присмотреться к возможности покупки американской валюты по текущему курсу. Альтернативное мнение экспертов – доллар 45 рублей к середине осени. Так что советуем очень аккуратно относиться к покупке валюты. Можно сильно потерять в случае чего. Прокуратура железнодорожного района Самары на днях привлекла за навязывание дополнительных услуг при продаже ОСАГО страховую компанию «МАКС». По данным прокуратуры, представитель страховой организации заявил клиенту, что договор может быть заключен только при условии одновременного заключения договора добровольного страхования жизни или имущества. В отношении должностного лица страховой компании «МАКС» было возбуждено дело об административном правонарушении и выписан штраф на 50 тысяч рублей. Постановление суда пока в законную силу не вступило. В январе 2015 года расходы российских туристов упали на 51%, сообщает компания Global Blue, которая оказывает услуги по возврату НДС туристам из стран, не входящих в Евросоюз. Согласно подсчетам компании, в декабре 2014 года расходы российских туристов за границей упали на 44%. В целом, за 2014 год россияне уменьшили свои расходы за рубежом на 17%, в первую очередь из-за обвала рублевого курса. Во Всемирной туристической организации считают, что зарубежные траты туристов из России в прошлом году упали только на 6% до 50 миллиардов долларов. При этом в организации прогнозируют, что расходы туристов в 2015 году возрастут, однако снижение цен на нефть негативно скажется на бюджетах путешественников из государств-экспортеров углеводородов. Вот не понимаю, о чем сыр-бор. В Египте на all-inclusive можно вообще не тратиться. А на сегодня это все. Хороших выходных.